31 марта по 5 апреля 1992 года в Москве проходил Архиерейский собор Русской Православной Церкви. В его деяниях участвовали 97 архиереев. Собор имел суждение об обращении епископата Украинской Православной Церкви по поводу предоставления ей автокефального статуса. После доклада митрополита Филарета началась дискуссия, в которой участвовало большинство архиереев. Из них за автокефалию высказалось 6 епископов из 21 прибывших на собор с Украины. Свою позицию они обосновывали надеждой на то, что в этом случае раскольники вернутся в лоно канонической церкви. Были также опасения, что в противном случае паства может перейти в самочинный раскол, который распространится и на восток Украины. И вот просит слово владыка покойный Кировоградский Василий. Он пожилой человек, говорит, вот о кефалии. Ну, я сказал, вот разрешите, я там зачитал обращение своей епархии, которые ни в каком виде никакой кефалии не воспринимают. И что я скажу, он говорит, народ у меня полный собор людей, масса, тысячи людей, мне напутствовали, провожали, сказали, владык, мы благословляем настояние православия. Если вы примете автокефалию на соборе, простите нас, но вы, просим вас, не возвращайтесь в собор. И заплакал. Архиерейский собор направил послание пастырям и пастве православной Украины, в котором изложил свое определение по вопросу предоставления автокефалии. Пусть воля православного народа Украины в отношении полной канонической независимости будет выражена через мирное и по-христиански благочестивое обсуждение этого вопроса без насилия, экстремизма и политического давления. Архиерейский собор рассмотрел также многочисленные обвинения в адрес митрополита Филарета, который использовал предоставленную УПЦ самостоятельность не на уврачевание раскола, но сделал ее орудием укрепления своей личной власти. Собор проходил в огромном напряжении. Тогда впервые стало возможным. До того часто задают вопрос, почему раньше не ставился вопрос о Филарете. Раньше просто нельзя было этот вопрос поставить официально, потому что он лицо было непростое. И, конечно, власти поддерживали. И никаких вопросов стоять не могло. Собор 92 года судил Филарета не за идею национальную, не за автокефалию, как он старается, или его сторонники это преподносить. Судил за его стиль и метод работы по управлению украинским экзархатом, а потом Украинской Православной Церковью. Судил за его личную жизнь и за его деятельность, которая вышла уже в массы людей и стала большим соблазном среди верующих, не только среди духовенства. Филарет приехал уже подготовленный к худшему. Он же там некоторых епископов, он заставлял силы, что он, мол, выступит и, значит, выскажет свою обиду за якобы нанесенное в его личности оскорбление, что на него так вот подумали, что у него Евгения Петровна там есть, что у него там дети есть, что это для него оскорбление, что это его личная жизнь. Что-то. И он должен, значит, встать, и епископы Украинской Православной Церкви с Украины, пределы Украины, должны встать и покинуть с ним зал. Филарет встал из-за президиума. Медленно стал направляться вдоль стены к выходу и озираться на зал. Много ли за ним, так сказать, идет? Человек 5 привстало. Он понял, что он проиграл. Архиереи за ним, украинские, не пошли. Филарет медленно вернулся в зал, сел за стол президиума. Наступил момент истины. Подчинившись воле большинства архиереев, многочисленным требованиям духовенства и мирян Украины, митрополит Филарет выступил с заявлением: «Я чувствую, что нужен пророк Иона, и я готов им быть. Но я прошу, чтобы этого Иону бросили так,
чтобы в Украине не взбунтовалось море. Поэтому прошу предоставить украинскому епископату провести выборы нового предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киеве. Ко мне подошли украинские архиереи и сказали, он обманет. И во время заседания я ему сказал, мне говорят, что вы обманете. Он говорит, я вам даю архиерейское слово. Я говорю, это вы мне даете, вы скажите всему собору. И он встал и сказал, мы православные, мы христиане, и мы должны поступать по-евангельски. Если наше слово «да», то «да», если «нет», то «нет». Я обещаю, когда вернусь в Киев, сложить обязанности предстоятеля Украинской Православной Церкви, и пусть епископат избирает себе предстоятеля. Мы все-таки должны не забывать о нашем слове. Сказано в Евангелии, пусть у вас будет «да», «да», «нет», «нет», а все, что сверх этого, от лукавого. Если я сказал, что я это сделаю, значит, я сделаю. Я подам прошение Архиерейскому собору Украинской Православной Церкви о том, что я прошу как бы взять от меня вот эти полномочия, права предстоятеля Украинской Православной Церкви и избрать на это место нового предстоятеля. И вы знаете, как он сказал, думаю, вот, а я его смело еще осуждаю. Ой, какой мужественный человек, как он признал вину и все, он обещает покаяться. Мне сразу как-то воспрянул, слава Богу. Ну, тут все, тоже все возрадовались. Он пообещал, что нас восстанавливает нас на кафедрах до Благовещения, кажется, было время такое. Все поверили в это. И, слава Богу, сели. Никто не думал, что он так способный не то что обманывать, просто так дьявольски клястись на кресте, зная, что завтра сделает лукавство. Архиерейский собор определил принять к сведению заявление митрополита Филарета и, выразив ему признательность за многолетние архипастырские труды на Киевской кафедре, благословил нести епископское служение на другой кафедре Украинской Православной Церкви. Собор также направил ответное письмо Леониду Кравчуку, в котором заверил президента Украины, что вопрос о независимости Украинской Православной Церкви будет предметом обстоятельного и взвешенного рассмотрения на поместном соборе РПЦ. Президенту также сообщили о намерении митрополита Филарета сложить в себя полномочия предстоятеля УПЦ. Ну и Филарет, когда приехал с Москвы, начал нам говорить, что его там очень обижали, неправильно с ним поступили. Он говорил, что я там как бы претерпел Голгофу. Это было на Благовещение. И когда я подходил к нему под благословение, он тоже поднялся. Так что, говорит, вроде того, что вы меня исключили уже, вы уже меня, так сказать, ну, отчислили из числа архиереев и предстоятелей Украинской Православной Церкви. Я говорю, владыка, так вы же сами, так сказать, об этом заявили на соборе. Так вот, запомните, я никуда не уйду. 14 апреля 1992 года состоялась пресс-конференция, на которой митрополит Филарет заявил: «Я прошел Голгофу. Такой собор был первым за 30 лет моего пребывания в архиерейском сане. Мне дана грамота патриарха Московского и всея Руси Алексея II в 1990 году на пожизненное возглавление УПЦ. Поэтому я считаю, что в нынешней сложной ситуации в Украине я не могу идти на поводу у архиереев РПЦ и оставить украинскую паству на произвол судьбы». Конечно, мы уже мы поняли, что тут беда. Я уже тогда видел, что это не для блага народа, а во вред народа идет.
И потому с того времени я уже дал циркулярное письмо, не ожидая решения каких-то соборных. Я уже понял, что было нарушено слова, данные на соборе архиерейском перед Христом и Евангелием. И мы перестали упоминать. Молодежь как-то так сплотилась, и проявили все некоторые, правда, старые бойцы, которые много десятилетий Филарета знали, не могли вместить вот такие перемены. Они даже говорили: «Да Филарет вас, детей, разметает всех. Это такая махина, у него такие связи, у него такие возможности, он во всех поразгоняет тут». А мы нет, вот так вот как-то четко выстроились, даже я не знаю, так как-то умом это особо не осознавалось, но сердцем мы тянулись к одному. И мы благодаря этому выстояли, потому что даже приезжали матушки Покровские, Флоровские. Как лавра? За кем лавра идет? Ага, вы не с Филаретом, и мы не будем с Филаретом. 17 апреля 1992 года святейший патриарх направил митрополиту Филарету письмо, в котором спрашивал, соответствует ли действительности информация о его решении не уходить с занимаемого поста. Ответа из Киева не последовало. Нестабильная церковная ситуация в Украине обострилась до предела. В большинстве храмов прекратилось поминовение предстоятеля УПЦ за богослужением.